Гимн готовится. Вячеслав Федуляев, училище Олимпийского резерва. Второй подход. Марков готовится. Андрей Марков. Третий подход. Дмитрий готовится.
защита. Михаил Ревьев, несколько слов. Второй подход. Установите вещдамки 130 килограммов. Жафаров выбрали. Михаил Ревьев, МКФСО. Третий подход. Соревнования в первом упражнении закончились. Постой. Ноги. Вес защита. Установите вещдамки 132,5 килограмма.
Потише. Посмотрим. Встал. Подержи ноги потихонечку. А стой потихонечку ногу, вторую. Установление результат 145 килограммов. Марков закончил соревнование в толчке с результатом 140.
Все сборные. Тебе крышка закрыта, ты не снимаешь. И Волков-то будет выступать? Да. Конечно. Хорошо, так. Что они за самую превенцию. Я выиграю. Александр Волков, второй подход. Вперед чуть-чуть, что мы? 57. 57. Внимание, Лебьев. 57 можно. Неправильное место у вас. 57. Без штаба 157. 57. 57.
разброса были, ты не заметил? Закончив соревнование полчаса с результатом 155 килограммов и 285 килограммов. Стал победителем весовой категории до